Восстановление 9-го дома по улице Петрова обсуждали сегодня также в администрации Чебоксар. Достроить здание планировалось к концу прошлого года, однако подрядчики отстают от графика на 3 месяца. На месте дома, обвалившегося в сентябре 2014 года, сейчас возводится 17-этажное здание. На сегодняшний день замонолично перекрытие 8-го этажа. Ведется монтаж колонн 5-го уровня, это уровень 9-го, 10-го этажа. Также армируется диафрагма 9-го этажа и идет полным ходом кладочные работы. 3-й, 4-й этаж закончен, начаты работы по кладке 5-го этажа. Отставание от графика застройщик объяснил 2 факторами. Во-первых, были проблемы с сетями, а во-вторых, там сейчас плохо продается квартира. Правда, руководству города эти причины не показались убедительными. Вам необходимо усилить темпы строительства. Люди ждут свои квартиры. А со стройсферой, если они не справляются с заданными темпами, договор нужно расторгать, искать другие варианты.